Для чего на опорном ролике сделана вот эта борозда? Она сделана для того, чтобы отрезной нож мог полностью отрезать полиэтилен между тросом и кабелем. Отрезной нож заходит вот прям внутрь вот сюда. И получается таким образом, что если вы его полностью закрываете, инструмент, защелкиваете вот на эту защелку, и когда тащите, у нас получается разрез троса происходит абсолютно до конца, полностью его разделяет. То есть для того, чтобы произвести правильный рез, нужно открыть. Сейчас вот откроем. Открываем вот этот эксцентрик. Открываем инструмент. Закладываем трос сюда. Оптический кабель с вынесенным элементом, не трос. Закрываем, делаем несколько резов вперед-назад. Для того, чтобы отрезающий нож попал как раз таки вот в эту вот борозду. Потом закрываем вот эту защелку. Потом придавливаем вот этим эксцентриком, придавливаем кабель, чтобы он абсолютно плотно прилегал к опорному ролику. И потом закручиваем вот этот вот винт. Все, дальше нужно просто тянуть и разделять кабель от троса, вернее, трос от кабеля.